Самая активная молодежь Анапы решила отметить этот день массовым забегом, который организовали Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир». Профилактическая акция прошла под девизом «На помощь к нам приходит спорт». Этим утром принять участие в акции прибыли десятки студентов. Своим примером они призывают других приобщаться к здоровому образу жизни. Данное мероприятие проходит уже более 3 лет. Сегодня собралось около 150-200 человек на эту пробежку. Ребята молодцы, что добровольно приходят на такие мероприятия. Вот, мы очень рады этому. Старт в районе Высокого берега. Маршрут проложен по набережной, далее по улице Горького и завершился на Театральной площади. Здесь участники забега устроили массовый флешмоб – зажигательная гимнастика. Каждый из присутствующих считает, что именно спорт – это секрет и красоты, и здоровья. Сегодня была замечательная погода. Мы очень здорово пробежали. Сегодня погода потрясающая. Было очень легко. Все друг друга поддерживали. Ребята все молодцы. Мы все на позитиве, на спорте. Это было очень здорово. Здесь же специалисты Центра медицинской профилактики рассказали студентам о простых правилах, как уберечь себя от болезней, передающихся половым путем или через инъекции наркозависимых. Всем участникам пробега были вручены памятки и красные ленты. 1 декабря миллионы людей крепят их на одежду как символ борьбы со СПИДом.